В Петушинском районе на М7 самосвал врезался в отбойник и перевернулся. По предварительным данным областной полиции, водитель самосвала «Скания» двигался по левой полосе дороги в сторону Владимира, и уже после города Покров многотонную машину занесло на разделительный отбойник. Как уточняют в полиции, водитель не учел дорожные условия. Самосвал завалился на левый борт и перекрыл часть трассы. Кабина получила серьезные повреждения. Водитель был госпитализирован с различными травмами. Судя по фото с места происшествия, самосвал вез песок, содержимое кузова рассыпалось по трассе. Автолюбители в соцсетях предположили, что грузовик двигался на стройку платной трассы М-12.